Например, представили, как подбирают музыкантов. То есть вы там по профессиональным качествам, наверное, отбираете. А вот для коллаборации вы отбираете людей. То есть это люди, с которыми вы дружите, люди, которых вы просто видите и хотите с ними как-то вступить в какой-то альянс, или тоже, или вы понимаете, что они какие-то ваши там единомышленники. Как, допустим, правило, это люди единомышленники или с теми, с кем знакомишься, и ты понимаешь, что у тебя существуют контакты в творческом отношении. Естественно, это обязательное условие. Но бывают случаи, когда, как с Тамарой, например, мы познакомились... Потому что Арбенина не смогла, правильно? С Тамарой Гварцетели. Да, потому что не смогла Арбенина, да, спеть эту вещь, правильно я читал? Нет, но с Тамарой, я просто имею в виду, что как завязались отношения, мы участвовали в проекте «Не голубой огонек», который делали Миш Козырев и Максим Виторган. Угу. И там появилась идея спеть нам вместе с Тамарой Гварцетели нашу песню «Моя любовь». Угу. И мы сначала ее спели, а потом уже с ней подружились. Угу. И это стало уже в дальнейшем таким же творческим союзом достаточно крепким. Угу. Разные условия знакомства, условия творческого какого-то начинания. Угу. Ну, как правило, это друзья, знакомые, либо если мы не знакомые, приглашаем кого-то. Вот как «Нечетный воин», нам очень нравился Андрей Мисин, исполнитель такой. Угу. Мы познакомились, записали с ним песню, сейчас дружим. Вот так вот со мной. Кого-то мы, естественно, знаем, мы кто-то уже, скажем, ветеран там проектов, вот там, например, Дина Арбенина или Юлия Чечерина, они часто участвуют в разных проектах. Угу. Лина Желанна.